Всем привет! Для любителей недорогого шопинга я хочу показать магазин Вайкики. Он находится в Бурже-Ман-Моле и находится в Ибн-Батута-Мол. И вот кто любит Сплэш, Макс, я думаю, этот магазин вам тоже понравится, потому что цены здесь довольно-таки приемлемы. Ну, одежда в стиле casual. И я сейчас покажу, что конкретно здесь продается и какие цены. Свитера по 79 дирхам здесь. Пуховик 387. Такие вот кофточки разные, от 39 дирхам идут. 39, 59 и 79 они стоят. Есть платье 139 дирхам. Это обычные такие брюки классические, 99 дирхам стоят. Вот такие юбки по 130. Тоже вот обычные классические брюки 114 дирхам стоят. Вот, например, 99. Есть вот такого вот плана пальто легкие, 234 дирхама. Вот они разные. Такое 129. Вот платье такое длинное, 99 дирхам. Кстати, вот здесь вот продаются спортивные брюки по 49 дирхам. Вот такое платье 179 дирхам.
такие вот брюки 139. Так, вот 99 дирхам. Вот такое вот еще пальто есть. И свитера по 89. Еще много таких длинных кофт продается. Тоже по 100, в районе 100 дирхам. Вот такая 59 дирхам. Есть еще более классическая одежда. Она продается где-то, блузки по 99 дирхам, по 79 дирхам. Можно найти. Это вот классика идет, такие офисный вариант, чисто такой скучный. Ну, вообще по 39 дирхам вот такие вот юбки продаются, а блузки по 79. Такие вот рубашки по 99 дирхам стоят. И вот тоже платье по 119 дирхам, такие платья-свитер. Вот здесь вот есть свитера по 89 дирхам, 70 дирхам. Не совсем они теплые, но такие не сильно холодные. Вот они 74 дирхама, 89 дирхам. Есть одежда тоже для подростков. Можно найти для девочек, для мальчиков продается разная. Опять-таки офисные варианты. Вот блузки 74 дирхама, 74. 79 дирхам. Вот такое вот платье 84 дирхама. Пальто 204. Очень много мужских вещей тоже. Ну, стартовая цена, если так говорить, самые простые футболки, какие-то будут продаваться по 19 дирхам. Вот они. Ну, такие самые простые, ненавязчивые, по 19 дирхам они стоят. Кроме женской, тоже мужская одежда, цены такие же, по 19 дирхам футболки продаются. Кстати, такая курточка на манекене неплохая. Это вот теплые свитера тоже, они у нас по 79 дирхам. Такая же курточка, как на манекене, 159 дирхам стоит. Вот она. Здесь тоже есть джинсы, например, по 139 дирхам. Тоже вот такие цены, все примерно в районе 100 дирхам. Курточки джинсовые тоже 139 дирхам. Название магазина LC Waikiki. Здесь можно найти не только женскую, можно найти мужскую и детскую одежду. И цены довольно-таки приемлемые, особенно когда со скидкой цены могут быть просто смешные. Там магазин турецкий, таких магазинов очень много в Турции, но здесь в Дубае тоже открыли такие магазины. И, как я повторюсь, есть Бурджиман Молли и Выбан Батута Молли. И для любителей недорогого шопинга это самое оно. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.